вашем кабинете опор. Так, подожди, то есть теперь еще и декабрь, да, появился? То есть январь. Мне говорит то, что мне надо уничтожить. Все, он мне помогает. Показал мою запись. Декабрь же мне говорит то, что я могу себя спасти. Забавно. Хорошо. Вы, ребята, конечно, умные. Так. А, это не... Так, тут нет ничего. Нет. Ну и все, тогда поехали. А куда поедем-то? Если не сюда, да? Лаборатория психотроники, 20 метров. А как мне туда добраться? Интересно. Поместите предметы в корзину. Ну давай, в принципе, сразу да скинем, раз уж тут есть. Еще нет. Так. А, все. Действительно, как мне туда попасть? Подожди, там кто-то есть. Не я один его вижу, да? Он тоже не слепой. Ёпт, 9 хп. Так, быстро. Да пофиг, все уже съедим. Так, минус страх. Да, вот это выпьем, все. Нормально. Так, а вот теперь вопрос, кому верить, декабрю или январю? Фойе, 18 метров. Подожди, а что у меня в фойе? Не знаешь, там в фойе 18 метров. Ну и чё, типа? Не понял. Подожди. Кто ты, декабрь? Встретиться с декабрем в фойе. Отдел нейромодов. А-а-а. Ага. А сейчас я иду, получается, вот сюда, да, или нет? Входной путь. Нет, я, получается, иду вот сюда. По основному. Угу. В травмпункте искать труп Беллами. Чё? Подожди. Может, реально по... не по сюжетке пойдем, а так по дополнительным? Типа, чё мы только по сюжетке, да по сюжетке. Пойдем по дополнительным пройдемся. Хотя бы чуть-чуть. След будет, в принципе, неинтересно. Я сомневаюсь, что тут может быть что-то неинтересно. Мне игра прям очень сильно доставляет. Серьезно. Так. Спускаемся осторожно. Так, значит, получается. Фойе. Кто? Сука, опять, а? Вот, ну неугомонный, а? Вот, ну неугомонный же ты, да? Ну, привет. Все? Вот и стоило это того. Так. Угу. Не, ну этот, видишь, он все-таки поопаснее. Что бы я там ни говорил, да, но он все же поопаснее. Кстати, слушай. Дротикомет. Интересно, это так сработает? Ага. То есть даже так, да? Блин, а можно как-нибудь? А как мне это интересно сделать?
Подожди, повыше. Подожди. Так, он не долетает или что? Что-то понять не могу. Так. Что мне мешалось? Угу. Это хрен поднимешь. Тут вот видишь, тоже есть проход какой-то. Или это оттуда проход? Хрен знает. Так. Как бы мне открыть вот эту дверь? Так он, видишь, он не попадает. Хрена там, он отскакивает. Мне просто понять, типа, он просто не долетает или как? Странно это все. Угу. Не, ну знаешь что, а вдруг? Турель. Давай починим, в принципе, еще. Да, он сейчас ее отправим. Хрен бы с ним, короче, научусь потом, может, с этим дротикометом нормально управляться. Тогда уже сделаю. Так. Пусть, да, пусть работает вот тут. Здравствуйте. Security. Так. Охрана. Хрен возьмешь, понятно. То есть вот нам получается, видишь, вот эта дверь. Нет пропуска. Опа, привет. Так. Ну-ка. Подожди-ка. Ёб твою мать, нихера себе. Прикинь, да? Просто такой привет. Угу. Дед Ганчик такой. Так. Нужно сопровождение. Угу. Записка. Он знал код, поэтому мы сменили его на 1129. Диметрия сдержали. Комната для допросов. Ага. Так. Угу. Получается на нем, нет? 1129. Нет. Так, ладно. Кулер. Ну вот, да, вот как раз вот это место, куда я все эти дротики метал. Угу. Ну, отлично. Почта. Так, на помощь скорее. Или кто-нибудь, прошу вас. Угу. Вопрос жизни и смерти, помогите скорее. Это Нильс. Мы застряли в отсеке для шаттла. Не молчите, скорее помогите. Морган Ю, кодовый замок. Доброе утро, Талос. Напоминаем, что все сотрудники Талоса 1 обязаны проходить ежемесячный медосмотр. Менять код доступа. Обещает проводить его быстро и безболезненно. Понятно, так. Экипаж. Травмпункт. Погоди, кого мне надо было найти?
Задача. Вот. Искать труп Беллами в травмпункте. Травмпункте. Беллами. Отсек для шаттла. Терапевт еще в пределах нормы. То есть она еще, видишь, она не умерла. Ага. Беллами. А что-то я тут не вижу Беллами. Так. Здрасте. Набор для улучшений. Так, все, тут больше нет ничего. Да вроде нет. А, вот он, где был этот код. 11:29. Так. Сука, как знал. Все, да? Не зря же он просто тогда тут сидел. Так. А у Юри Кимуры в кабинете есть нейромоды без номеров. И я подумал, что вам следует. Об этом знать. Так. А вот это уже интересно. Лишние нейромоды мне не помешают. Угу. Интересно, где эта комната? Подожди. Угу. Жаль. Мусорный бак. Тут больше нет, да, ничего такого нового. Угу. Ладно. Поехали дальше. Тем более, когда у нас есть теперь дробовик. Так, на втором. Что-то испугался, да, там это. Наша станция. Неизвестный труп, который я убил. Так, искать труп Беллами. Угу. Это от меня такой звук был? Так, ну-ка, давай вот так тут сделаем. Подожди. Сканируй. Так, Беллами. Получается, мне сюда, что ли, надо? Чтобы эту Беллами найти. Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Привет. Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Угу. Вообще желательно пропуском бы мне помочь. В комнату. Угу. Третий взлом. Пароль не найден. Тот, кто мне нужен. Так. Да ты серьезно? Тревор. Так, Джер Янг. Контроль разума, да? Ну, понятно, короче. Добро это я только смогу потом, скорее всего, увидеть. Зайти. Найти эту Беллами Янг, да? Или какая там Беллами? Помню уже. Так, хорошо, давай посмотрим, что у нас еще есть по миссиям.
Кто-то декабрь. Встретиться с декабрем в фойе. Отдел нейромодов. Ага. Отдел нейромодов это у нас. Это у нас где? Так, подожди. Карта. Отдел нейромодов. Это у нас наверху. Так, лестница, значит, обратно. Получается, вот туда. А, ну правильно, мы же там еще не были наверху. Давай сбегаем. Че? В принципе, не сложно. Подъем третий нужен. Ага. Сюда? Ну давай отопрем. Так, и это, да, тоже можно. Ага. Подожди, так я тут уже был, нет? Странно. Отдел продаж, ваш кабинет. Это на втором уровне. Отдел нейромодов. Ага, ладно, давай тогда сюда сбегаем. А, ну это вот эта часть, которая была за стеклом у нас. Угу. Тогда смотрел. У себя в кабинете стекло разбил. Зеркало. Так. Мразь. Ух, не пугай меня. Когда у Максимки дробовик в руках, лучше его не пугать. Он ведь и выстрелить может. Никто больше не хочет, не? О, видишь? Кабинет. Так, тут ничего интересного, да? Хотя, подожди-ка. Сюда-то я раньше не разобрался. Ну-ка. Так. Тут нет ничего, хорошо. Ну давай пойдем тут. Без проблем. Ну да, тут нет ничего, ладно. Да, нахрена нужно вообще, в принципе, это помещение. Странно. Ладно. Может тут что-нибудь? Да нет, нет ничего. Тут нет ничего. А-а-а, вот оно что. Ну-ка. Твою мать. Подожди. Я понял, зачем это нужно. Серьезно, пусто? Целостность костюма нарушена. Подожди. Нет, я понял. Угу. Ну, по крайней мере, я понял, зачем это помещение нужно. Хорошо. Окей. А, то есть я уже спустился. Гениально. А, ладно, хорошо. Целостность костюма нарушена. Сейчас, подожди. Целостность костюма. Раз, два. Ребят, вы тут не возникаете особо. Не советую вам просто это делать. Ну потому что есть дробовик, понимаешь? И он может делать больно. Значит, про дробовик вообще забыл. Ну такое себе, блин. Типа. Я думал, все тут поопаснее чуть будет. Сколько я там? Одну аптечку, да, просрал? Получается. Две аптечки использовал, одну с него подобрал. Ну и хрен бы с ним, в принципе. Так. Подожди.
Не, давай лучше все-таки с дробовиком. Ну, с ним реально побезопаснее. Так. Запчасти. Расщепитель. Мусорный бак. Интересно, интересно, конечно. Так. Привет. Вот оно что. У меня там много мусора. О, до хрена. Ладно, поехали. Так. Угу. Скинем. Нейромод один. Мне нужно их два, да, вроде, для... Ничего, мне их нужно-то там два. Ну-ка. Подожди, нейромода. Инженер. Тут нужно 4 нейромода. Так, инженер. Инженер. Тут 8. Охранник 8. Тут 4. Ну, короче, 4 вот до вот этого добьем. И, в принципе, нормально. Окей. Нужно, значит, еще 3 найти. Ладно. Фойе. Фойе. На втором этаже. Ну, пойдем пробежимся. А, господи, это гениально. Так, лаборатория. Угу. Да, давай сходим. Почему нет? То есть, по факту, нам опять тут же дают выбор, да? Типа, быть... Нет, не так. А выжить и подвергнуть землю опасности, да? Морган, этот оператор старая, дефектная модель. Или что похуже. Алекс и Тифоны, все они против вас. Верьте себе. Верьте записи, которую сделали. Нужно найти ключ-активатор. И пока не поздно, уничтожить Талос-1. Ага. Это январь. Хорошо. Тифоны уже продемонстрировали способность влиять на технику. В том числе на программы операторов. Сейчас я этим тифоном их тифошки, знаешь, куда засунул? Там наверху до сих пор. Сейчас, подожди, братан, я к тебе поднимусь. А, то есть декабря он убил, да? Загадочная записка. Может, это вам пригодится. 97-42. Возможно, это вам пригодится. 97-42. М. Типа Морган. Ладно. Нашли что-нибудь интересное? Сейф в кабинете Алекса. Нет, ничего не нашел. Ёб твою мать! Сука, сраные мимики! Как я вас ненавижу, мрази! Вот откуда? Вот серьезно, просто откуда он взялся? Блять, с такими персонажами реально просто инфаркт хватит. Так, поехали. Где тут эти... Ёпта, у меня всего 21 патрон, да? Угу. Надо будет новый делать. Я тоже заметил. Мчится, смотри.
Охренеть. Мимик. Так. Фантом. Come to me, my little friend. Ага. 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 Попал все-таки, да, говорит? Братан, ты когда это соберешься попасть? Ты мне там напиши смс-очку. Знаешь, что будет самое обидное? Если он сейчас попадет. Нет, на самом деле, сейчас было бы самое обидное, если бы, пока я стрелялся с ним, подошел бы этот мимик. Это было бы пипец как обидно. Так. Ну, хорошо, допустим. Да, это я взял, окей. Нашли что-нибудь интересное? Не-не-не, ничего интересного. А что там может быть интересного? А, то есть он вот туда этому сидела. Окей, хорошо, я тебя услышал. Так, видите пароль. Охрана отдела нейромодов. Видите пароль? Или второй это, да, взлом нужен? Блин, до хрена все качать, серьезно, на самом деле. Типа, и взлом нужен. Все, в принципе, нужно. Ладно. Хорошо. Так, ну-ка, поехали. Раз они не хотят идти ко мне, значит, я пойду к ним. Привет. Так, мимик. Вообще беспалевный. Привет, братиш. Застали мимика врасплох. Еще бы. Так. Ты как вообще, нормальный? Дурень, блин. Так. Ну, короче, мимиков, да, теперь стало еще гораздо больше. Окей. Так. Угу. Ошибка ввести код. Сюда у меня пока нет ничего. Хорошо. Подъем первый. Че, я теперь это сейчас могу открыть, что ли? Ну-ка. Подъем второй. Ага. Сюда я все равно, да, попасть не смогу. Подъем третий, подъем третий. Ладно, хорошо. Опа, 64-22. Так. Ёлт. Можно я туда не пойду? Каюты добровольцев. Утилизирующий гранат, 3 штуки, проволока, пластиковые трубы, бутылка бурбона, коробка сигар. А. А. Конфискованные товары, окей. Да уж. А то я уж не то подумал. Вот что я хотел сказать. Нахрен. Бурбон. Что такое? Чертеж шокера. Фига. Служебный люк. Относительно светло, да? Так. Угу. Ну хорошо. Давай по вот этой стене. Так. Разводный ключ. Угу. К
Кого? А ну пошел нахуй, нахуй. Нормально я так на вашу вечеринку тут заглянул. Нет необходимости. Так. Ага, зараженный, я понял. Тут мимик еще где-то. Видел, да? Ага. Минус один. Второй. Где? Чего? Подожди. Не понял прикола. До свидания. Но он сюда не зайдет, мне кажется. Вы боитесь возможности надо сортировать. Не бойтесь. Так. Чипа. Подожди-ка, чипа. Контроль подъема. Так. Удаляет сопротивление к эфирному урону. Увеличивает скорость перемещения и прицеливания при стрельбе из гипс-пушки и лучемета. Давай, почему нет? Угу. Так, ладно. Вы не пойдете, пока не позволите мне прекратить ваше существование. Ух, сколько тут турелей, господи. Вот это вкусно, а? Прям вкусно. Я не знаю, как вот этот вот чел умер. Серьезно, то есть ты представляешь, да? У тебя стоит две турели, ты просто где-то лазишь в компьютерах, типа, и все. У тебя просто охраняет две турели. Я не знаю, как он умер. И он тем более не один тут был. Типа, даже если она была заражена, турели бы ее просто изничтожили. Так, нейронный горизонт. Угу. Так. Все, больше нет ничего интересного. Обидно, что-то мало как тут всего. Посылка какая-то. Угу. Ну и что ты мне делаешь? Их тут трое. Мощно. Это, конечно, мощно. Не, конечно, с тремя я хрен справлюсь, скорее всего. Блин, ну-ка. Привет. Я думаю... Тихо. Да подожди ты падать, ну. Лишь бы куда-нибудь упасть. Я думаю... Неизвестный. Я понял. Так. Угу. И как с этой бубыней справляться?
Оно вообще сейчас мне по силам? Может, это баг какой-то, хрен его знает. Типа, че это вообще такое? Дробовик. Так. 76 хп, да? 76 хп. Давай, знаешь, как сделаем? Раз, два. Страх. Минус. Да, похер, пьяный буду сражаться. Так. Починить. Костюм. Вот. Костюм. Еще давай. Отлично. Ну чё, погнали? Я говорю, я не знаю, что это такое. Поэтому просто буду пытаться сделать хоть что-то. Ну да. Вот что это такое? Типа, с этим можно справиться, с этими вспышками, или нет? Или от них просто надо убегать, типа, как-то? Я вот это не совсем понимаю. И пропадут ли эти вспышки после того, как я вот эту херню убью? Неизвестный. Что ты такое? Ты можешь мне объяснить? 4 метра до неизвестного. Угу. Хорошо. Я тебя понял. Раз. Два. Так. Раз, два. Так. Алкоголь у нас поднимает здоровье. Угу. Рассказывай это другому. Так, раз, два. Вот это съедим. 80 хп. И пси-энергии, да? Так. Подожди, а где у нас пси-энергия? Хотя, слушай, погоди-ка. Улучшить. Огневая мощь. Да. Так, огневая мощь улучшена. Отдача. Скорость перезарядки. Да. Тоже улучшена. Но это пока так. Ладно, хорошо. Ага. Теперь разобрать. Ну да. Я не знаю, что она мне дала, но похрен, ладно. Так. Ага. Так, хорошо. Гранату можно бросить или прикрепить к поверхности. Ты у нас что такое? А, то есть это все одно и то же, да? Но они не складываются. Хорошо. Так. Подожди, где у меня... Вот. Найти все не мог. Поехали. Значит. Граната утилизирующая. М? Нет. Вот эта граната. Раз. И... Где она? Вот эта хрень 2. Получается. Сейчас проверим. Ну, поехали. Внимание. Не понял. Опять же. Что за хрень вообще происходит? Что? Подожди. Не понимаю. Ну, серьезно, типа. Как с этим справляться? Единица. Дробовик. Улучшаем огневую мощь. Улучшаем перезарядку. Это раз. Это два. Это три. Где у нас еще? Вот это. Так, это все. Костюм. Где костюм? Чей костюм?
Мой костюм, твой костюм, да, мой костюм. Вот это. Вот это, вот это, поехали. Ну и в принципе все, да, скорее всего. Так, давай сохраним, чтоб уже все, наверняка больше ничего такого не было. Новое сохранение. Все, отдел нейромодов, отлично. Так, дробовик, 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 дробовик. Отлично. Ну чё, мразь, погнали? Да-да-да. Подожди. Подожди, подожди. Ну-ка, живем. Бегаем, бегаем, живем. Смотри, смотри, смотри. Сука, я его убил. Я его убил. Понимаешь? Я просто не успел вылечиться. Ай, вот гад, а. А чё это никого нет? А как ты думал? Вот так, тут никого нету, понимаешь? Никому это не интересно. Я тут жопу рву с каким-то хрен знает каким покемоном, блин. А никому не интересно. Вот так тут. А, блин, как же тебя прикончить, мразь. Поехали. Сука, успел поставить. Убегаем. Так. Поставил. Убегаем. Угу. Да-да-да. Давай. А, то есть он сейчас меня не видит. Ага. Ну да, ну да. Угу. Рассказывай это другому. Так. Хил. Все? Все, улетела девочка. Ёп, ты с тебя тут органов тифонов. Прикинь, 15 штук, охренеть. На самом деле, маловато как. Че такое? Ганглии тифона. А. Ну да, это мне о многом говорит, в принципе. Так. Бля, ты посмотри, сколько там материи экзотической. Охренеть. Подъем второй, да, значит, говоришь? Так. Нейромоды, так. Нейромоды, подъем второй 4. А у меня всего их 2. Блин, вот это обидно. Вот это обидно. Так, хорошо. Давай починим. Так. Да, это тоже, в принципе, можно скинуть. Главное, нейромоды потом не скинуть, а то вообще будет жесть. Так, подожди. Ну, алло, подожди-ка. Ну-ка, вот не надо тут вот это вот. Не надо. Так. Да, вот это вот скинем тоже, потому что у меня их 10 штук и так есть. Нахрен они мне еще. Утилизирующая. Так. Так, ну в принципе ничего больше нету. Поехали дальше. А, подожди, ничего дальше нету. Больше нету, да. Сохранить нахрен. Я больше не хочу так больше бегать. А, 4 часа назад, 3 часа назад. А, подожди. Ну вот, правильно все. Да, вот это вот последнее сохранение. Так, лифты включены.